так. На втором, наверное, не будет выкладывать, да? Ага. Поехал на скутере кататься. Дорога была очень конкретно выебанная. Вот это нормальная дорога вообще. А какой у нее пробег? Кого? На машине. Ох, я не помню. Это она, не 140, что
второго, ну, нет смысла смотреть, наверное, он говорит, они ушли. Или так посмотри. Пробег, все соответствует. Калужская, оказывается, 811 УВ. Слили, да, как? А второй как слил. Алло. Да, здравствуйте. Да-да-да. Так они недавно ж приходили, товарищи. Да вообще без разницы, звоните в домофон, если дома кто-то будет, то пустят. Ну, я вообще в командировке нахожусь. Ну, папа дома, если что, откроет. А у нас городской телефон? У нас он отключен уже 10 лет назад. Нет, да, можно смело. А какой там стоит? 340-63-74? Я вообще даже не знаю, кто это. Нет.
23, корпус 2, Борисские пруды, дом 23, корпус 2, квартира 64. Нет. А 64-ю нужно допуск? Странно. Да, недавно мы на самом деле меняли этот. Ну, я сорвал там случайно. Я понял. Ну да, пусть приходит, если что. Угу, да, достаточно. Че, счетчики? Угу. Давай попробуем пробить. Ну, иди туда.
заправках. Намного бензин дешевле, да? Здесь не особо намного. Вот зараза, да, как это, как семечки. Уже даже порой не хочется, ты все равно тянешься. Во львы какой-то чем-то есть закос. Не пойму чем. Ребрами. Прикольно выглядит. Не кажется тебе, что на эту новую Вольву какая там XC40, что ли, есть у нее такая?
Line. Нам ехать еще вообще не сокращается даже. Так что надо сейчас с Волгограда выехать, блин. 80 километров пробок. Светофоров. Ты мог бы тут колес на поставить свои. Сходу. Чем бы поставить? Угу.
gal tu atsidarys. Thank you.
Сталинград. Без понятия. Он же еще по-другому назывался как-то. Царицын.
блин.